Концертные платья Аллы Пугачевой, Людмилы Гурченко, личные вещи Любови Орловой. Всего 150 уникальных нарядов советских и современных звезд сцены и кино. Выставка «Звуки моды» открылась в Краеведческом музее. Все представленные костюмы из личной коллекции известного российского историка моды Александра Васильева. Телеведущий приехал открыть выставку лично и тут же стал ее главным экспонатом. Как все красиво. Какой успех. Какой бешеный успех. Интерес у публики будет огромный. В этом Александр Васильев уверен. А еще историк моды и телеведущий оценил, как бережно и со вкусом сотрудники музея подготовили наряды к показу. Собравшимся журналистам он тут же прочитал лекцию на тему, каким должен быть сценический костюм. Тут все просто. Звезда должна не только блистать, но и блестеть. Вот почему у многих артистов отделка в виде перьев, в виде летящих подолов платья, хвостов или огромных рукавов, которые требуются как раз для этого сценического действия. Еще одно железное правило от Александра Васильева. Чем скромнее вокальные данные, тем откровенней наряд. Поэтому таким контрастом смотрятся на выставке роскошные платья оперных див Елены Образцовой, Анны Нетребко, Вероники Джиоевой и ботфорты и кожаный корсет Алены Апиной. Мужских костюмов на выставке немного, но тем не менее они тоже есть. И здесь примерно все то же, как и на женских нарядах. Много мишуры, блестящих стекляшек. Вот, например, типичный костюм Николая Баскова. И неважно, что на одном плече орден почетного легиона, а на другом Андрея Первозванного – эстрада любит кич. Попутно Васильев рассказывает, как собирал свою коллекцию, одну из крупнейших в мире. Ворохи одежд приносят артисты эстрады, что-то дарят знакомые оперные певицы. Труднее всего с кинозвездами, особенно прошлых лет. СССР был страной тотального дефицита. Актрисы советского кино и их наследники с нарядами не расставались. Например, на то, чтобы заполучить туфли Любови Орловой, у Васильева ушло четверть века. Какой-то личный успех, какой-то триумф на сцене, какие-то съемки в кино, какие-то воспоминания другой частной личной жизни. Тут нет тиражных вещей. Полсотни платьев и костюмов, и все изготовлены в единственном экземпляре. Перед зрителями не только растиражированные, благодаря телевидению, роскошные наряды Людмилы Гурченко и Надежды Бабкиной, Анжелики Варум и Бориса Моисеева, но также гораздо более скромные платья певиц и актрис, имена которых уже мало кто вспомнит. Станислав Якушевич, Денис Савинский, Новосибирские новости.